Здравствуйте! В первой половине дня сегодня возможны небольшие сложности и даже неприятности. Зато после обеда все пойдет как по маслу, и настроение ваше улучшится. Поэтому важные дела лучше перенести на послеобеденное время. Действуйте, проявляйте инициативу, и все сложится наилучшим образом. Особенно удачны будут дела, связанные с рекламой, продажами и продвижением. Главный совет дня – позанимайтесь спортом. Любая физическая активность будет только на пользу. Хорошего дня и до встречи завтра!